Мам? И увидел снег! Блин, он узнал о том, что мама его смертельно больна. Папа, куда мы едем? Не отвлекайте Хаги-Ваги, он же за рулем. Рожня, стоп! Мамочка, папочка, только не умирайте. Сыночек, позаботься хотя бы о сестричке. Жена, ты же по сторонам смотри, кукла же на дороге. Пожалуйста, не оставляй меня, сестренка, я останусь совсем один. А кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того мама будет жить очень долго. Считаю 3, 2, 1. Самые грустные истории с Хаги-Ваги ФНАФ. Всем привет, девушки. Бери вкусняшки, тут такое, гляньте, у нас а вообще... А полиция убегала? Не знаю. Но они вообще... убирают мусор. Фредди мусорники убирают. Мне кажется, Фредди ограбил что-то. Он действительно, что? Смотрите, он кинул деньги, выбросил. И подставил Хаги-Ваги. Они реально подумали, что Хаги-Ваги украл это все. И малыш Хаги-Ваги говорит, да нет, мы с папой тут вообще просто убирали, мы ничего не брали. Мы залетали. Мы не брали эти все золотые украшения, там малыш... денег столько, вы видели? Да. Малыш придумал, как освободить папу. Как, прибежать в тюрьму, Валди? Он просто... Нет, он просто пришел его проведать. Говорит, папочка, я докажу, что мы не виноваты. Он говорит, уходи отсюда, давай, твой папа в тюрьме сидит, он украл алмазы. Ему нельзя здесь находиться. Блин, а как доказать, что папа его не брал? Нужно найти Фредди. Он говорит, смотрите, я успел сфотографировать. Вот кто украл Фредди все. Фредди украл все, он должен сидеть в тюрьме, да. А мой папа ничего не брал. Ну что, он доказал? Но Фредди приходит. И дает деньги. Что? Он дает взятку. Они в сговоре с полицейским, Валди, прикинь! Ничего себе! Поэтому подставили Хаги-Ваги! Это специально было все спланировано! Офигеть, да, это было специально! А наш малыш Хаги-Ваги работает на тяжелой работе, чтобы заработать денег для папы! И он тоже хочет пойти и дать полицейскому денег! Но он говорит, ты опоздал! Умер! Мой папа умер уже в тюрьме! Блин, малой так деньги собирал. Много лет спустя. Так, много лет спустя. Что он у нас случилось? Он стал полицейским. Полицейский Хаги-Ваги. Да ладно, какой он молодец. Да. Он решил отомстить. И нашел его. Ну правильно, вообще должна быть справедливость в этой жизни. Я отомщу тебе за папу. Да, ну ничего, что он в памперсах полицейский какой-то. Ну так, это не особо. Давай, лови его скорее. Да. Блин, а что он задумал? Давайте посмотрим. Он что, его подставит? Нет! Руки вверх, штаны на голову. Все. Все, он поймал их. Блин, мне нравится. И того полицейского закрыл тоже. Малина, ну грустная история. Да, но тут еще грустнее. Киси-Миси обнаружили опухоль в мозге. Прикинь, она умирает. Но она не знает, как вообще сообщить об этом малышу. Ничего себе! Как ему признаться? Ведь он сейчас придет домой. И что сказать, что извини, у тебя мама умирает? И она решает ничего не говорить. Просто хочет ему устроить хороший день, чтобы он радовался. А это ее последний день жизни, да? Я не знаю, Балди, давай смотреть. Так, она говорит, пойдем, я тебя хочу научить очень многому. Она его подготавливает, Балди, чтобы он мог сам готовить. Но что-то у него не очень получается. Это я так готовлю дома. Балди, я не сомневаюсь. Так, он убирает, давай. Ну ты... Не получается. Что-то ничего не получается. Мама, я не умею ничегошеньки. Сына, не волнуйся, мы тебе сейчас все научим. Не переживай, тебе в школу пора, все научишься со временем. Да. Так, малыш наш Хаги-Ваги уже собрался в школу, говорит, мам, я водички только попью перед тем, как уйти. Мам. И увидел снимок. Блин, он узнал о том, что мама его смертельно больна. Он говорит, что это, мамочка? Нет, только говорит, что это неправда. Пожалуйста. Он не показывает. Он говорит, а это что, правда? Она говорит, сыночек, она что, уже упала? Она даже не успела ничего сказать. Уже за ней скорая приехала. Малыш уже один дома. Она жива? Она жива? У нее день рождения сегодня. 25-го день рождения, и он решает испечь ей торт. Он что, умеет? Она его научила печь торты? С яйцами учила обращаться. Я не знаю, он реально, думаете, испечет? Да ладно! Круто! Молодец! Классный Хаги-Ваги повар! Он реально, он хочет помочь маме, сделать ей приятное. Он спек ей тортик. Какой молодец! Мама, тортик! Мамочка, спасибо. Для тебя тортик твой любимый! Он волшебный, он поможет тебе выздороветь! С днем рождения, мама! Нет! Она умерла! Прямо у него на глазах!
прям свой день рождения. Ну что за грустная история? Ладно, давайте следующую смотреть. Так, Хаги-Ваги встречает маму с папой. Нет, просто они приходят, говорят, а мы тут тебе это сестричку подарим. Ого! Памперсы в море! Привет! Что? Что? Сестричка! У тебя... Она же девчонка! Я не хочу с девчонкой! Чего это? У тебя будет сестричка, смотри, вы будете вместе играться. Кукота! Ну что это, Балди, сразу кукота? Да. Он говорит, так, что ты там играешь со моим самолетиком, вертолетиком? Играй со своими куклами вертолета, дай мне. Жадина! Хаги-Ваги, не жадничай для сестрички. И в горшок мой не писай. Балди, почему он такой жадина? Вы что, мальчики, все такие жадные? Нет, ну не надо играться нашими роботами. Ладно, тогда папа тащит подарок, походу, для малышки. Говорит, у тебя мало игрушек, я тебя решил подбодрить. Смотри, для тебя киси-миси, чтобы малышка. Чтобы ты у Хаги игрушки не брала. Вау, и что он мне подарит? Чё? Мешок конфет! Офигеть, как много! Там... Она сейчас с ним тоже не поделится. Точно, он же не делился? А мне? А мне, папочка, ты мне тоже принес подарок? Смотри, я там робота хотел какого-то интересного. Давай сюда подарочек. Не принес! У Хаги-Ваги только деньги были на M&M's. Ну, пожалуйста, папа, Лен вымогает. Нет! Папа, а ну быстро замолчи! Вон у тебя есть все роботы! И он вообще ничего ему не принес. Ну, малышу Хаги-Ваги обидно. Так у него, кстати, есть робот. Такой же робот, точно, как он просил, у него есть. Ну, вот именно. Ай, ты куда полез? За книжкой? Он ударился. А, он вспоминает, как ему мама читала книжку. И они там весело проводили время. Это он задрых, что ли? Он потерял сознание, ударился головой. Да, он говорит, так, книжка. Надо пойти к маме книжку, чтобы она мне почитала. Но тут он слышит странный звук. И что? А, мама с сестрой уже читает книжку. Ничего себе! Вообще, она все полностью делает для этой девочки, а для Хаги ничего. Ну, Хаги, ну ничего-то такого нет. И он решает уйти из дома. Я никому не нужен, прощайте. Ну, Хаги, ну чего ты? Да. Ну не надо было так поступать. Он уходит. В памперсе зимой прохладно. Ну да. Еще у него такая странная эта сумочка. И куда ты пойдешь? На улице холодина. Почему родители за ним не идут? Ой, его сдуло в мусорник. Ну, весело ему. Теперь хочется в мусорнике. Вот что-то дома не сидел. А если его сейчас мусоровозка заберет? Не знаю, но там явно кто-то идет. Да. А, он зовет о помощи, и его сестренка думает, подожди, а где мой братик? Я давно его не видела. Никто у меня книжки не отбирает. Где он? И она, наверное, идет его искать. А у Хаги уже соплей полный нос. Потому что он гуляет на снегу в памперсе. Это стражник кальмара. Он говорит, ага, сам гуляешь, сейчас я тебя тут устрою на улице. А ну иди сюда, что у тебя, деньги есть? Угу, у меня сколько в руках замачено. Он ворует его, Балди, он его обворвал. Все его игрушки. Но они ему не нужны, он деньги искал. Кирпичом. Ой-ой-ой, это он, наверное, зря. А, это сестра его защищает. На тебя, на. Ой, сестра пришла его спасти, какая молодец. Так, а ну игрушки верни моему брату все быстро. Она защитила брата. Ого. Вот видите, все-таки братья и сестры умеют дружить, если захотят. Прости, это... что я с тобой не делился. Это классно. Так, ну вот они всей семьей отправляются гулять. И что? Авария. Как? Папа с мамой в аварии. Малышку, спасай хоть сестру. Что? Ну, Хаги и Киси умерли. Да ладно, нет, они вроде еще в больнице. Пожалуйста, спасите, малыши останутся совсем без родителей. У них травмы какие-то серьезные. А, смотрите, да. У них на лицах написано. Подожди, по-моему, уже умерла Киси-Миси. Киси-Миси погибла. И Хаги-Ваги. Они остались вдвоем вообще без родителей. Они будут сиротками. Но она скучает, говорит, так за папой скучаю. Он говорит, не переживай, малышка, сейчас смотри, вот я вот эту фотографию возьму. И вот смотри, давай, я тебя пожалею. Мы скоро подрастем, и все будет идея. Хорошо. А какая у него идея? Смотри, я папа. Он, короче, развлекает ее. Что-то не знаю, получилось ли его развлечь. Играются. Пошел мусор выносить. А он, бедный, даже в школу не ходит, потому что ему он пытается найти еду. У них же денег нету, и кушать им нечего, они по мусорникам ковыряются. Да, он собирает банки какие-то просто, там всякие эти. Кукла Поппи! Не знаю, может, не надо ее брать, что-то я боюсь. Но он, наверное, думает, что можно сестре подарить. Да. Точно, она же любит кукол всяких. Да. Иди сюда, маленькая Киси. Я помыл. Я принес тебе с мусорника Поппи. Нет, ну он ее вымыл. Смотри, она какая красивая, чистенькая. Говорит, сестричка, смотри, у меня есть подарок тебе.
А где сестричка-то? О, она в школу ходит, кстати. А, кстати, а чего он не ходит? Потому что он заботится, как старший брат. Понимаешь? Ура! Она говорит, ура! Классная такая кукла, спасибо тебе большое. Где ты ее взял? Не скажу. Надеюсь, она не будет какой-то плохой, Балди. Мне что-то страшно. Надеюсь, она не оживет? Ну да, вечно эта кукла Поппи оживает и потом все портит. А что она чизбургеры ест, а ее брат хомусер на кровати? Он все для сестры, видишь, делает. Какой молодец, братик. Так, она идет в школу, взяла с собой эту куколку. И что? А, звонок, она опаздывает. Она ломила! И куклу раздавили машину. Кукла упала на это, на асфальт. Где моя кукла? Где, где? На асфальте лежит. Ну ты же по сторонам смотри, кукла же на дороге. Ну что ты делаешь? И ее сбивают тоже. Кошмар! Это какой-то ужас. Родители сбивают, сестру сбивают машину. Почему никто не смотрит на... Она же умерла, смотрите, ее душа вселилась в Поппи. Кошмар, бедный Хаги-Ваги. Но он ненавидит эту куклу, потому что он думает, что за нее, за этой куклы погибла сестра. Но там же сестра его все... Да, сегодня реально самая грустная история, друзья. Ладно, давайте немножко... Хаги-Ваги пьет кофеек. Повеселее посмотрим, что он, там. Он, кстати, в отеле работает. Да, он стоит на ресепшене. Видите? И кушает чизкейк. Так, приходит к нему первый посетитель в его отель. Это же его жена! Ну, это его любовь, наверное, будущее. Еще не жена, он ее... Устраивается. А, на работу! Да, она будет работать горничной. Любовь. Но она влюбилась в Хаги-Ваги. Хаги-Ваги, по-моему, в нее влюбился. А он в нее. И пойди, пошли они вместе убирать. А тут, короче, следующий клиент у нас... Но Фредди! Фредди приехал с Чикой отдыхать. Вау, так да. Чика, походу, у нас какая-то звезда. Глам-рок-стар! Ага, она такая, тут, смотрите, вся гламурная. Так, давай, Фредди, тащи мои чемоданы. А-а-а, больно, больно, я ненавижу тебя. Так, а ну проваливай. Слушай, а Чика-то у нас злая. Ну она просто, смотри, мне кажется, нахальная. Такая, мне лучше номер, давайте. Она к Хаги клеится. Она богатая, видишь, такая ему денег дает. Такая, на, давай, дорогой мне, самый лучший. Ну, походу, он ей реально понравился. Или... Надо ему послать воздушный поцелуй. Нет, это она ему понравилась. Мне кажется, он ей понравился. А, да, наверное, он ей понравился, а он такой... А он же за Кисси-Мисси влюблен да. Так в эту. А Фредди бедный таскает чемоданы, там, наверное, кирпичи у него. Ага, так. Что? Срочно. А, это клиент же, Чика такая, типа, ой, мне плохо, срочно, помогите мне, администратор. Прикинь, она специально его позвала, чтобы заманить к себе в номер. Да. Такая, мол, нет. Она хитрая, правильно, давно пора и вангусам в косяку. Блин, ну молодец Хаги-Ваги, не поддается да. На деньги. Ого. Ого, у него губища какие стали, веселые. Да, ну он и кольцо надо было забрать. Психованная, она, по-моему, обиделась на него. Закинула я в него ключ. Все, я уезжаю с вашего отеля, прощай. Так, ну хоть с Кисси-Мисси он побудет, а то, а ну, пойдем в бар. Он такой, пойдем да. После работы в бар. Круто, а где же кольцо? Да наконец-то они хотя бы вдвоем, да. Балди. А тут к нему опять пристает. Слушай, Хаги-Ваги популярны. Да нафиг! Он сразу убегает на всякий случай подальше. Ничего, сегодня Хаги-Ваги реально нравится. Да. Солнышки, ставьте большой лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про канал Валеришка Геймсплей Макс и Валеришка Фэмили. Там классные серии для тебя. И не забывай, солнышко, ты самое лучшее. Мы очень любим. Встречаемся в Дискорде. Всем пока-пока.